Белое безмолвие, прекрасная, высокая, обильно цветущая лилия относится к Киреевским, хотя авторами ее, кроме Киреева, являются Иванов и Мартынова. Я очень люблю эти старые сорта, так как они и простые, и нарядные одновременно. В удлиненном кистевидном соцветии до 25 получелмовидных цветов, направленных в бок. Окраска зеленовато-кремовая с единичными крапинками в центре и с розовым мазком по центру лепестка. Постепенно она светлеет почти до белого. Цветение продолжительное, около 25 дней. Но вот бульбочки завязывает слабо и не каждый год. А в целом лилия прекрасная.